Странно. Я нажал, он не выстрелил. Печаль, печаль. Чё-то жарковато. На улице, видимо, дождь прошел. Точнее, не жарко, а влажно.
Здорово, стрелков. Красно-белая звездочка дает 5000 очков. И все. Вообще, это знак Капкома, по-моему. Один из. Да блин, опять ты меня затроллил, сволочь. Да... Что за турнир? Это тот самый у Насти, про который я ничего не знаю. В чем хоть смысл турнира-то? А где все? Ага. Да ё-моё! Говорили что-то про Чип и Дейл там. Ну ладно, на первом круге он... Нет. И чуть не сдох. Ну, на первом круге они, эти звездочки, медленнее летят, и она погиб по одной.
А на втором круге эти звездочки летят быстрее. И он их по две пускает. Блин, это только первый круг. А жесть, как будто на втором. Да что такое-то, господи? Я не в ту сторону стреляю. Я боюсь, если бы ты участвовал, тебе бы как назло было что-то сеговское. Да. Там скорее проблема в том, что выпадет то, что я не знаю, а не то, что это сеговское. Sony World Play, фыр. Ну а на сеге, соответственно, разумеется, я ничего не знаю. Да блин, опять я микрофон задел своими лапками. Привет, Лоренцо. Потому что, Лоренцо, это все была лисья иллюзия. Выйдите со стрима и попробуйте зайти еще раз. Здорово, Верминс. Кресты... Крестов может быть два на экране, и они близко летят. Но они отбивают снаряды. Но на самом деле есть одна... Критичная причина, почему здесь нельзя оставлять кресты. Суть из-за этой причины остальные можно не рассматривать вообще. Эх, ты срань какая! Сейчас босс затроллит и все. Нет, не затроллит, ладно. Вот этот вот босс... Вот этот вот, которого я только что убил. Он неуязвим к крестам. Его невозможно убить крестами.
То есть, ну вы поняли. Так, дом. Второй круг. Начало хорошее. Ты Лана, спасибо за рейд. Фыр. Микрофон у меня HyperX Quadcast. Что-то Илана даже фыр в чатик не напишет. Эх. Так. Не слить броню в начале третьего уровня. Это же не сложно. Надо просто идти аккуратно. Здесь, блин, 2,5 минуты дается. На то, чтобы дойти до синего участка. Времени вагон. Дестройер, фыр. Здорово. Гоша, фыр.
Валентин, Фыр. Ну как так-то? Ну... Броню пропустил. Ладно, нормально. Фыр-фыр-фыр, Валентин. Гоша, рекорд, 5-й уровень 2-го круга. Фух, не сдох. Блин, ну это вообще тупая ошибка была. Взял, просто взял и не взял броню. Взял и не взял. Как так можно было, не знаю. Нет, Гош, на прошлом стриме я 2 раза дошел до босса 6-го уровня 2-го круга и 2 раза слил. Это просто вообще финиш был. Хотя, что самое интересное, босс 6-го уровня 2-го круга проще, чем босс 5-го уровня 2-го круга. Давай, призрак, тебе удачи. Нет, Гош, дело не в разнице. Дело в том, что на 6-м уровне у меня есть кресты. Крестами демон валится намного проще. Потому что я его звездочки могу отбивать. А на 5-м уровне я не могу у него звездочки отбивать. Да, Валентин, самое время сейчас меня фурами заваливать. Когда планирую дичь тащить, какую? Привет, Оксана. Уйди налево, уйди. Еще насрать успел. Срать он на меня хотел. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Хватит тебе? Вот сейчас вообще не до фыров. Проскочил. Ну, вот в этом фыр-фыр-фыр был твой фыр тоже. Здорово, Пак.
Последний уровень. Снова. Блин, ни разу не попал. Фу, убил. У меня последний уровень последнего круга. Меня лучше сейчас не отвлекать вообще. Иди налево. Налево иди, я тебе сказал. Налево, налево. Можешь вот... Давай еще налево, молодец. Есть! Фу! Я это наконец-то сделал. Есть, есть. Все. Затащена Макаймура без смертей. Спасибо, Гоша. Спасибо, Грей, Валентин. Джек Про, нифига себе, даже ты тут. X-Ray тут? Ничего себе. Пах, спасибо за ГГ. Всем, всем спасибо, кто смотрел, верил. Спасибо, Портос, Дестройер. Фух. Мы это сделали.